Готовим передачку Алексею Навальному. Ауе. Значит, как у каждого арестанта, у Алексея должен быть чай, чтобы делиться с сокамерниками, сигарета, чтобы делиться с друзьями, жидкое мыло, это для себя, ну, конечно же, квадрокоптер с заточкой внутри. Также, возможно, ему понравится это, если он надолго задержится. Ну и, конечно же, свежие мемы, только с пылу, с жару. Ну и, возможно, еще вода питьевая. Сейчас мы готовим передачку Алексею Навальному с Александром Долгополовым.